Семенова Дарья Павловна. От фундамента до крыши, от ямба до хоре. С пером и молотком девятиклассница Дарья Семенова знакома с пеленок. И девичьи навыки пригодились. Стихотворение про династию строителей в финале 10-го республиканского конкурса «Сочинение билет в будущее». Так же, как и Дарья, дипломы, грамоты и призы сегодня получили еще 12 талантливых ребят. Яркий свет от люстры новой освещал большой ковер. Маленький мальчик по имени Вова строил дом, гараж и двор. Билет в будущее в форме сочинений, картин, стихов и даже видеороликов. В конкурсе участвовали почти 1300 юных татарстанцев. Тенденция в тренде работы учителя, врача, механика, повара, сварщика и агронома. Были и те, кто развенчал миф о том, что работа на селе и в IT-сфере – вещи несовместимые. Основной спектр работ представлен сельскохозяйственной отраслью. Это желание стать ветеринарным врачом, зоотехником, обслуживание робота-дояра. То есть это уже мы говорим о цифровизации, о том, что сегодня для нас актуально. Среди ансамбля молодых талантов оказалось много и будущих водителей. И сегодня они смогли сесть за руль и побороться за звание самого быстрого. Ну что же, поедем и мы. Водители — профессия хорошая, всегда востребованная, никогда не останется без внимания. Выбирают, исходя из востребованности. Все реже хотят стать юристами и экономистами. Все чаще – предпочтение рабочим специальностям. Такие изменения организаторы связывают с активной подготовкой к чемпионату WorldSkills. Динара Камалова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.